теперь легато. Сейчас мы работаем над моим дыханием, потому что я стала замечать, что мне не хватает дыхания. Я Марину очень люблю. Она крайне востребована по всему миру, и поэтому на занятии происходит редко. Мы встречаемся периодами, можем за месяц встретиться 7 раз, а можем только 1. Она такая позитивная, насколько вы видите, что мне с ней хорошо. Ой, как сложно, Марин! Ну, 1.5 октавы, что ты хочешь? Да не по ноточкам сложно, я еще их не выучу. Какими-то фишками я пользуюсь вообще постоянно. Сегодня мы занимались вещами, в которых я слаба. Я хочу сказать, что она необыкновенно удивительный человечек. Во-первых, она труженица, очень большая труженица. Но с одной стороны, это очень хорошо. С другой стороны, она, конечно, себе не дает отдохнуть. То есть это редкий артист, который поет всегда вживую, в любых условиях. Она музыкальный человек, она чувствует все. В ней есть и грув, и есть свобода. Я очень долго искала педагога. Я звонила друзьям, артистам, спрашивала, дайте своих, пожалуйста. Ну, не знаю, то ли от жадности, то ли от того, что их нет. Правда, сказали, что мы не занимаемся. Ну, как так, ребята, серьезно? Ну и что, ты перехватить успеваешь. И здесь надо перераспределить хорошо. На так слове ты должна диафрагму, знаешь, когда задержку, и на задержке допеть вторую фразу. Уже в потоке фонарей сбегаю прочь так нетерпеливо. Ты обо мне или о ней знаешь?